Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Дуже дякую, я вибачаю. Я ж вам відповів. Добрий день, це Радіо Свобода, програма «Свобода». Хто? Радіо «Свобода», програма «Свобода». Дуже приємно. Ви сказали, а чого ви зі мною зі зустрічаєтесь? Бо ми намагалися зв'язатися з прес-службою. З моєї? Да, а що, як може моя прес-служба відказати Радіо «Свобода»? Сказали, що вони будуть чекати, коли ви зможете сказати і дати нам інтерв'ю, тоді зв'яжуться. Ви хочете зі мною інтерв'ю? Ні, ми хотіли взяти коментар, ви сказали, що ні, це давайте... російський бізнес. Подождіть, будь ласка, будь ласка, ні, я не уверен, що вам нужен ответ мой, ви ж не слышите мене. Ну, и вы слышите меня? Дайте поставить нам питання. А почему вы со мной здесь встречаетесь? Ну, так, у нас с вами Новый год? Іншої можливості не було. Ну, так що? И почему нет? Но давайте я вам назначу встречу. У вас есть 2 хвилинки дать відповідь на одне питання. Я вообще не понимаю просто, почему вы не хотите встречаться, как люди все, как нормальные журналисты, которые хотят со мной встретиться, им назначают встречу, мне задают вопросы. У нас просто, розумієте, є теж дедлайни і є ефіри. Якщо що такое ваші дедлайни? Ми ж з вами люди, прежде всего. Я розумію, але якщо не відбувається... Жизнь длинная. Якщо не відбувається... Значит, значит, нету к этому діалогу, у кого-то нету времени. Что, ведь ви хотите со мной поговорить, а не я с вами. Но мы же когда мне надо... Мы с вами. Ну и что? Я послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. А мне неприятно формат вашего разговора со мной. Я думал, что вы приличный парень, журналист. Так я придите. Я приличный парень, не журналист. Так приходите. Три фирмы, которые работают в России. Ну и работайте с ними. Я с ними не працю. Ні, там есть... Дуже дякую, я вибачаю. Я вибачаю. Я же вам відповів. Вас не интересует ответ мой. Я вам еще раз говорю. Ну, то вы кажете неправду, бо кипрская фирма в засновниках. И там есть финансирование с бюджета Российской Федерации, Министерства культуры. Говорите неправду. Ну, есть протокол, есть у нас документы. Возьмите, пожалуйста. Возьмите документы. Я хочу объяснить ситуацию, связанную с журналистами программы «Схемы». На меня резко выскочили, я резко отреагировал. Вот, ребята, в следующий раз, пожалуйста, не прячьтесь, приходите, отвечу на любые вопросы. Прошу прощения, на всякий случай. А второе, я еще раз заявляю, не я, не студия «Квартал 95», не каждый из участников нашего коллектива. Мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной.